Диляра Зиганшина уже больше четверти века предана своему любимому делу. Она заведующая детским стационарным отделением городской больницы. Всю свою доброту и заботу она отдает детям. За короткий промежуток времени Диляра Зиганшина успела стать любимым доктором большинства мам. Она доступным и простым языком сможет описать болезнь ребенка, научит родителей сохранять спокойствие и не паниковать в сложных ситуациях, но при этом вовремя среагировать, когда можно принять меры и не допустить серьезного заболевания. Трудности работы, они всегда есть, но если она любима и приносит колоссальное удовлетворение мне, когда я спасаю ребенка, вижу эффект от лечения, это большая радость для меня, большое счастье. Я начинаю прыгать, скакать сама, как ребенок. Ну, наверное, это того стоит. Полтора года назад она, как и все врачи, встала на борьбу с COVID-19, что и делает по сей день. 20 октября на оперативном совещании Минздрава Республики Башкортостан за вклад в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и сохранение здоровья населения региона указом президента Российской Федерации Диляра Зиганшина была награждена заслуженной наградой. Заместитель премьер-министра правительства РБ, министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин вручил ей медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Именно такими людьми Нефтекамск может по праву гордиться, теми, кто носит достойное звание врач с большой буквы. Эльза Самойлова, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».